Привет, друзья! С вами канал «Учимся отдыхать вместе» и мы в Праге, в столице Чехии. Это вторая часть нашей однодневной пешей экскурсии, в которой мы покажем Пражский град и все, что с ним связано. Кто не смотрел первую часть о Летинских садах, метрономе и дворце королевы Анны, можете это сделать, кликнув на ссылочку в правом верхнем углу. А мы с вами отправляемся в Пражский град. И вот мы прямо из королевского сада через пороховой мост следуем к северным воротам замка. Они открывают вход в так называемый второй двор Пражского града. Первый деревянный мост был построен в 1534 году. Он соединял императорские покои с крытой галереей. После мост сгорел, и на его месте построили каменный. А в 1742 году, когда город оккупировали франко-саксонские войска, защитники крепости полностью засыпали его навозом, замаскировав его от врагов. Маневр удался, и мост остался цел. Затем опять война, снова разрушение, и только к 2000 году по поручению президента Вацлава Гавела провели масштабную реконструкцию. И сейчас вы видите то, что есть на самом деле. Да, еще есть туннель под пороховым мостом. Его адаптировали для туристов, и сейчас каждый может посетить эту галерею длиной 84 метра. Мы пошли поверху, и первое, с чем здесь мы столкнулись, так это с почетным караулом. Если честно, то подумали, что они не настоящие восковые, но уж очень они выглядели как-то совсем нереально. Но оказались живые вполне очень даже. Дело в том, что на территории по-прежнему находится резиденция президента, и нужно все это охранять. Вот поэтому это место охраняется элитным воинским караулом. Каждый час здесь проходит смена караула, и туристы очень любят наблюдать за этим зрелищем. А мы уже попали в малый двор, где очень много туристов, которые стоят в каких-то очередях. Мы сейчас посмотрим этот двор более детально. Общеизвестно, что Пражский град является самой большой резиденцией президента и одним из самых крупных замковых комплексов в мире. С Пражского града начиналась когда-то Прага, с него же берет начало и чешское государство. Князь Боржевой основал в 880 году на высоком холме городище, ставшее резиденцией чешских правителей. Итак, здесь есть фонтан, который прямо находится в центре двора. Фонтан создал скульптор Жероним Кохал в 1686 году. И известен этот фонтан под названием Кохлова. Но устанавливали во время Леопольда I, поэтому его называют еще Леопольдовым. Нептун, Меркурий, Геракл и Вулкан поддерживают чашу с тритонами, а еще выше три льва держат какой-то шар. Рядом с фонтаном под ренессансной ажурной решеткой 14-метровый колодец. Сейчас колодец не функционирует. Люди просто подходят к нему, там что-то бросают, куда-то там смотрят, но ничего интересного, поверьте, на дне этого колодца нет. В южной части двора расположена часовня Святого Креста. На фасаде статуи святых Петра и Павла. Часовня служит выставочным залом, и в ней еще есть информационный центр. Осмотревшись здесь, мы переходим на третий двор, где возвышается главный объект града – это собор Святого Вита. Официальное название – Кафедральный собор святых Вита, Вацлава и Войтаха. И вот перед нами западный фасад храма с богатой отделкой. Объектива не хватает, чтобы поместить 80-метровые башни. Храм строили 600 лет, и именно западный фасад завершал строительство. Здесь же вход в храм, и мы тоже пойдем посмотрим, что там внутри. Бесплатное посещение кафедрального собора ограничено, и можно посмотреть только небольшую часть. Если же вы желаете осмотреть весь собор, то придется заплатить 250 крон, это порядка 10 евро. Высота собора 33 метра, зал более 120 метров, разделен на три нефа. В зале 28 колонн и ближе к алтарю колонны украшены разными святыми. Собор также имеет круг капелл, который занимает весь северный неф. Многие украшены витражами и росписями. В этом соборе можно было бы провести полдня, но у нас по плану еще много всего, поэтому мы посмотрим это обзорно и быстренько уйдем. Да, кстати, режим работы собора Святого Вита с понедельника по субботу с 9 до 17.00. В воскресенье собор работает с 12 до 17 часов. Выйдя из самого дворца, мы заходим с южной стороны здания. Тут с правой стороны президентский дворец. А с левой стороны, на высоте порядка 100 метров, находятся колокольни и большие часы. В общем, насколько мы разобрались, то на первом этаже построена Газмурская часовня. Дальше идет колокол Зигмунд. Ну а еще выше много-много разных колоколов.
Вы можете подняться на смотровую площадку башни. Вход вам обойдется порядка 150 крон, и вам придется преодолеть порядка 300 ступенек. Мы ленивые, уже немного подуставшие, туда не пойдем. Но если вы хотите сделать красивые фотографии, там отличная смотровая площадка, обязательно туда поднимитесь. А вот уже идет воинский караул на смену главным воротам. Как мы уже говорили в начале, они меняются каждый час. И вот нарядная охрана с охраной следует на смену. Так, тут у нас есть кафе, прямо в Старограде. Цены, вот они. Сейчас найдем пиво почем. Фреш. Лимонад 170 крон. Обалдеть. Чай 120. С ума сойти. Ну, людей много. Третий двор завершается площадью Святого Георгия, где расположилась кафедральная базилика Святого Георгия Иржи. Церковь выполнена в романском стиле. Это здание уникально своей историей. Его строительство началось еще в 920 году, когда святыня являлась усыпальницей для многих чешских правителей. Белые башни базилики были построены в 12 столетии. Они имеют свой первозданный вид. А вот красный фасад собора появился где-то в 17 столетии. Когда-то здесь были послушницами девушки из знатных семей, а теперь тут проводят концерты и выставки. После просторного третьего двора все переходы в Пражском граде кажутся узкими и миниатюрными. Мы же спускаемся по этой улочке вниз. Куда мы идем, честно говоря, и сами не знаем, но людей на этой улице очень много. Вообще уже собираемся выходить и следовать на смотровую площадку, которая находится с восточной стороны. Итак, вот тут слева, где большое скопление людей, находится Златая улочка. Бесплатно гулять по ней можно только после 18 часов. До этого времени нужно заплатить, просто так сюда не пройти. А вот перед нами Роженбергский дворец, институт благородных девиц, построенный в стиле Ренессанс. Его основала в 1753 году Мария Терезия в целях обеспечения проживания и воспитывания девушек из обедневших аристократических семей. Для посетителей открыты всего лишь несколько помещений. Это Роженбергский зал, часовня Пресвятой Троицы и непорочного зачатия Девы Марии, восточный зал, аутентичная спальня и кабинет воспитанницы института благородных девиц. Мы же следуем через арочный проем к обзорной площадке. Кстати, территория Пражского града уже вынесла многочисленные реставрации, а возле этой арки сохранился кусочек нетронутой древности с той же самой брусчаткой и теми же самыми галереями. Мы выходим с вами через этот арочный проем, и перед нами открывается потрясающий пейзаж, вид на Прагу. Здесь очень много туристов, все фотографируют, все снимают видео. Любоваться этими видами можно целый день, но, к сожалению, у нас нет времени, и мы с вами следуем дальше. Здесь мы еще видим, как новобрачные из азиатских стран делают себе фотосессии. С такими мероприятиями мы сталкивались не только в Чехии, но и в других странах. Уж очень любят азиаты надевать свадебные наряды и фотографироваться, ну, на фоне различных красивых пейзажей. И заключительной частью нашего блуждания по Пражскому граду стала новая замковая лестница «Замески сходы». Не путайте новую и старую. Старая замковая лестница ведет в град из Кларова, а новая поднимается от улицы Тхуновской до самой Грачанской площади. В этой лестнице 208 каменных ступенек, а длина ее составляет 160 метров. Ну что же, мы пошли как умные люди вниз, в отличие от других. Да, дорогие друзья, вот так выглядит спуск теперь с, получается, Пражского дворца, а он очень роскошный. Я, если честно, вот такой красоты и не встречал никогда, ну, таких масштабов, именно как дворец, он действительно выглядит как дворец. И да, он действительно действующий, получается, президент Чехии здесь находится, и спуск довольно непростой, и подъемы здесь довольно серьезные, и места для спорта здесь бесконечно много, и ступенек здесь не пересказать или не пересчитать, но мы считаем. Определенно лучшее место, и вот много людей идет вверх еще, да, натренированных. Да нет, обычные люди, и толстые, и худые, разные, и даже с сигаретами бегают тут. Спортсмены. А мы идем в направлении, получается, Карлова моста, Чарльз Бридж. И больше мы не будем испытывать судьбу, потому что вот действительно, казалось бы, мы здесь немножко надольше задержимся, чем в Карловых Варах, но
масштабы города настолько велики, да, что мы вроде бы в центре находимся, но эти 4 часа или 5 часов в дворце забрали у нас практически все силы. Вот, вы посмотрите, как даже вот. Ну что же, мы уже на Тхуновской улице направляемся к Карловому мосту. Но об этом будет отдельный обзор. Спасибо всем, кто досмотрел до конца наш обзор. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. И оставайтесь с нами, впереди вас ждет еще много всего интересного.